Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот горка посылок. Это все пришло новой почтой. Привезли за один день. Долго-долго ничего не было. Азербайджан, почта без треки. Азербайджанская почта вообще с ноября. Тишина и все. Но это я все заказывал порядка 22-24 дня назад. Вот новая почта. Сегодня одним днем все мне доставило. Давайте все распакуем. Здесь должно быть много чего интересного. Поэтому данную распаковку я называю... Хочу назвать большой распаковкой, потому что тут много всяких интересных и не очень вещей. Есть даже товары из $1. Я их хотел снимать отдельными видео, но вот две посылки пришло и решил, что все-таки сниму их сюда. Вот это, кстати, вот это вот набор из $1 из раздела. Да, и палочки буквально сегодня кто-то говорил, они побиты половина. Сегодня буквально в чате общались, кто-то спрашивал, дошли ли палочки или нет. Вот, дошли, будем тестировать. Итак, пришла вот такая вот гора, еще, блин, забыл вот эту вот посылку, самую интересную распаковать. Итак, вот такая вот гора у нас посылок, давайте будем разбираться по очереди, сразу я отложу зубочистки очень классные, мне очень понравились, поэтому я набрал, попросили меня еще заказать друзья, поэтому вот так вот у нас есть немножко зубочисток, две посылки я заказал, вот, сразу их отложу. Вот, дальше, что это? Это из товаров по $1 раздела, вот, маленький метр, я думал, она будет передвигаться, но... Детектор получается, charge детектор, вот такой вот маленький. Кстати, очень-очень таки неплохой пластик, хорошо сделано, то есть, ну, у меня претензий нет. Давайте теперь проверим, работает она или нет. Итак, взял я, подключил батарею, заработало оно сразу, показывает что-то 000R, оно когда я включил, она показывала 5-12 вольт, то есть, видно, нет. Работает, что это такое вот 000A, я не знаю. Пока. Но она работает действительно все, то есть можно ее откладывать и возможно в будущих обзорах. А вот 375U, это она что-то настраивалась. Давайте возьмем с зарядки камеру нашу и аут. Пошло. Что она нам тут будет выдавать? Три 70 вольта выдает. Ну, видать, батарея разряжена. Вот. Ну, как бы работает, поэтому берем в зачет. Только что убирал пакеты с пола и обнаружила, что я кое-что не достал из упаковки. И мы сейчас сразу на это и посмотрим. А это, можно сказать, самое важное вообще, что было в этих посылках. Потому что пришел бы папка домой, а сынок бы сказал, где... А папка сказал, ой, ушел с пакетиком. Очень классный пластик. Ушки не гнутся, твердый пластик. Но сделано прикольно. Он такой, как soft touch, ну, мягенький. На ощупь такой, гладко-мягкий. Вот так бы я сказал. Вот, давайте откроем его, посмотрим, как он мигает, пикает. Мы уже смотрели Дарт Вейдера. Я заказал несколько там еще черепашек-ниндзя, все. Говорит I love you. Ну, на таком китайском языке. Ручки у него все, ну вот классно он сделан. Светит хорошо. Ребенку нравится. Дарт Вейдер вообще зашел на ура. Все уже от него с Дарт Вейдером шарахаются, потому что он с ним не расставался некоторое время. Доволен этой покупкой. С этим брелочком. У нас они стоят дороже. Я ему решил накупить в Китае их. Откладываем.
Вот, еще одну пачечку нашел зубочисток. Далее, это мы уже посмотрели. Далее, это мы уже смотрели, у нас в обзорах было. Стопаки, пришло два белых, я когда их получил, вот второй уже пришел, здесь у нас внутри зарядка, я его включать не буду распаковывать, потому что мы уже его посмотрели, буквально на днях была распаковка, сверху где-то будет добавлено видео, вот, либо справа в листе можете посмотреть, работает отлично и отличный вообще, то есть за эти деньги, там, я не помню, за какие-то копейки я его купил, вот, накупил сразу несколько, потому что у меня есть друзья, знакомые, у которых детки тоже на велосипедах катаются и которым можно подарить такие презенты, но я вначале купил белые, а белый, ну, это не так прикольно на стопак вешать, как красненький, поэтому был заказан еще и красненький. Вот, вот красненький давайте откроем и посмотрим. Белый у нас уже был в обзоре, поэтому мы его распаковывать не будем. Так, две резинки, да, держать для разного радиуса рамы или руля. Вот, и сам стопачок. Вот. Вот так он горит. Это один режим. Выключить. Длинное нажатие включения, выключения. И коротким нажатием меняем режимы. Очень классная штука, я советую всем, потому что она сделана, во-первых, качественно, все отлично, во-вторых, она заряжается от USB, что не нужно батареек. Кстати, вот здесь немножко искривлен USB, но я думаю, что проблем с зарядкой не будет. Вот. И она очень легко монтируется, демонтируется, то есть для того, чтобы зарядить, сняли, вот она вот так висит на раме, вот, отстегнули, подцепили, зарядили, пристегнули. Вообще классная вещь. Сейчас, конечно, зима, на велосипед мы ее цеплять пока не будем, вот, потому что он, как бы, мы сейчас не ездим на велобеге. Но весной мы это все подцепим и, возможно, я сделаю отдельным роликом, как ребенок гоняет и как они сияют. Может, даже два зацеплю, и беленькие, и красненькие сзади. Ну, в общем, крутая штука, я советую, их периодически распродажи на них делают. Вот, классная вещь. Откладываем. Откладываем оба. Это металлический пазл из молот Тора. Молот Тора. Вот, тоже как бы уже их три, и, ну, руки до них пока не доходят. Распаковывать. Он заклеен, не буду я его распаковывать, но отлично, немножко он примят, но сколько мы приходили, все они целые, то есть уже несколько их было в обзорах, поэтому тоже заострять на нем внимание мы не будем. Давайте откладываем, далее. Далее, маска, шарф, или я не знаю, как это правильно назвать, то есть вешается эта штука на шею, недавно у нас в обзоре она уже была, я ее уже вешал, как она выглядит на лице, он есть. Какой-то из последних распаковок. Вот. Приятная на ощупь. Такая вот черепушечка. Вот. Одеваем на лицо. Кстати, этот приятно пахнет, как духами какими-то. Я удивлен вообще из Китая получить что-то пахнущее духами. Обычно резиной воняет или сыростью, а тут такой приятный запах, видать, где-то в магазине, может, лежал, за последнее забрали. В общем, не знаю, ну, классная вещь, вот, зимой особенно прикольно. Что у нас тут немного осталось? Ну, наушники Xiaomi, я их распаковывать не буду. Взял кому-то на подарок, потому что они мне не нравятся. То есть это первая версия наушников Xiaomi, Xiaomi Sport. Они мне не понравились, есть об этом обзор. Поэтому мини-версия намного лучше. То есть, ну, она немножко дороже, там в районе $5 дороже, чем эта версия. Но первая версия намного хуже, чем вторая мини-спорт. Вот, откладываем. Далее, вот это вот спандер получается. Ну, вот, вот такой, очень легкий сделан. Вот. Такой вот. Ну, он легкий. Резинка очень
очень легко тянется, очень легкая эта штука. Вот, давайте два. Стягивается. Ну, усилия надо прикладывать, если вот двойная, допустим, через колено, если... В общем, для тренировок я пока не знаю, еще буду я тренироваться или нет, но я думаю, жене понравится должно. Вот, можно там ноги, допустим, чуть не упал, ноги подкачивать и так далее. То есть, прикольная штука, сделана, кстати, хорошо, резина такая неплохая. Вот, просто все сделано, обычное, вот это вот... штука, я думаю, она со временем, наверное, порвется, или палочки для освежения, то есть бросаем в раковину, и они якобы там растворяются и дают свежее повитря. То есть, ну, у меня, в принципе, канализация не воняет, был один раз, но я потом почистил, и в принципе не воняет. Но взял попробовать, интересно, такая штука была, потому что один раз я неправильно прикрутил колено, слишком низко я его прикрутил, проходил воздух по системе, то есть воды не было и в колене вот здесь, и шел запах канализации, и я думал, как же, что я сделал не так, вот, и потом все-таки разобрал еще раз, выше немножко прикрутил, и все после этого стало в норме, ничего не воняет. Ну, попробуем, сегодня я закину в ванной комнате, и немножко позже откроем. Но они немножко, видите, поломались. Палочки, то есть, поразломались. Целенькую закинуть не удастся. Одна целенькая, вроде вот эта вот правая. Вот. Пахнут так приятно и похожи на воск. Вот так они. Даже на мыло похоже. На ощупь. Давайте целую не буду забрасывать, заброшу половинку. Закинул одну палочку, немного слил воды. Вот, и не то чтобы там какая-то большая разница была заметна. Ну, немножко запах такой мыла стал. То есть вообще, как бы, в принципе, плохого запаха не было у меня, но теперь стал немного запаха мыла. Ну и на кухне две половинки закинем. Кстати, давайте проверим в воде, как он растворяется. Не быстро он растворяется, я горячую воду включил, не быстро он растворяется в воде. Пахнет приятно мылом. Вот. Рука немного становится синяя, видите? Но легко смывается. Так, это мы посмотрели. Осталось у нас перчатки. Давайте, Xiaomi перчатки. Это я брал уже для себя перчатки. Ой, повредил коробку. Вот. Брал для себя, для жены уже были. Долго я думал, сомневался, брать, не брать. Вот я эту коробку вообще уничтожил. Все посыпалось. Вот. Но мне не страшно. Потому что не ради коробки это покупалось. Так, все прячем обратно в коробочку. И перчаточки. Давайте померяем. Ух ты, они такие приятные на ощупь здесь, изнутри. Xiaomi висит. Люди писали, что не всем на руку подходит. Мне эта вот левая перчатка села идеально, но вот здесь... А, нет, это не торчащие нитки, это какая-то с производства остались. Вот, все сплетено хорошо. Вот здесь небольшая, видно, нет, дырочка получается. Видите, видно пальчик. Вот. Но в остальном очень-таки неплохо сделано. Вот еще ниточку надо убрать. Вот. И приятно, тепленькие такие, классные. Давайте попробуем вторую. Кто-то говорил, что одна рука чуть хуже помещается. Нет, у меня отлично обе руки. Все идеально подошло. Отличные перчатки. Они плотные такие. Ну, класс.
Вот здесь пальчик тоже видно. А здесь не видно изнутри. А тут, получается, изнутри пальчик видно. А изнаружи, ну, если сильно приглядеться. В принципе, есть небольшие дырочки. Но в остальном... Вот торчащая... А, нет, опять не торчащая нитка. Какая-то просто с производства упали ниточки. Вот, классные перчаточки. Буду ими пользоваться. Отлично, все. У меня не то, чтобы у меня не было перчаток. Ой. Не то, чтобы не было перчаток, но жене купил перчатки, она говорит, классные, поэтому купил еще себе. У меня кожаные есть, я ими уже лет 5 пользуюсь, но вот эти вот подойдут, наверное, на межсезонье, потому что кожаные, ну, наверное, в самый мороз можно одевать, чтобы они, или когда влажно. Вот, перчатки класс, вот, понравились мне. Ну и последнее, что у нас тут, два последних, это лампочка. Лампочка у меня уже есть. Только не Xiaomi-шная, я покупал на Light in the Box. Обзоры тоже есть. Ну, а это вот лампа Xiaomi. И ею можно управлять. Ух ты, она как упакована вообще по-серьезному. И ей можно управлять с телефона. И она такая серьезная. Если я ее вставлю... Если я ее вставлю... в свою лампу, где у меня сейчас находится, то... красиво сделано все, то моя лампа не выдержит. Поэтому давайте сейчас найдем, как потестировать, и потестируем лампу. Я отдал свою камеру, и поэтому процесс пытался снять на Клима. Может, добавлю немножко отдельным маленьким кусочком видео. Но качество получилось не очень, поэтому я просто вот так вот вставил лампочку. И я сейчас включил режим смены цвета, да, такого быстро. Вот оно сейчас все мигает, меняет цвет. Я думаю, камера... Вот так руку, наверное, подставлю, так будет видней. Камера не может моя полным цветом отобразить всю как бы красоту. Абсолютно не греется, я не знаю, она горит уже минут, наверное, 5-10. Или, ну, вообще холодная, ну, даже не теплая. Лампочка мне очень нравится, все работает, найду ей применение. Лампочка классная, очень мне понравилась, и я ее сразу уже сейчас прикручу в лампу и буду пользоваться. И очень жалею, что я взял ее одну, она была по акции 9.99, сейчас акция не опускалась, цена ниже $12-13. Ну, я дождусь еще акции и возьму еще, мне как раз таких лампочек нужно, наверное, 3 штучки для полного счастья. Вот, давайте дальше, поехали. Ну и последнее, что участвует в нашей распаковке, это вот зонтик. Давайте его распакуем. Вот такую красивую упакован. Ух ты, ручка такая матовая. Материал такой, как будто, блин, я даже не знаю, как его назвать, но он обработан, чем-то обработан сверху, чтобы не капли не прилипали, чтобы не промокал. Вот так это смотрится. Ну, давайте попробуем открыть. Ух ты! Четко он открыл. И сам еще и собирается. Давайте повернем немного ракурс. Вот, открылся, и теперь нужно закрыть, хоп, закрыли, закрылся. Теперь его просто вот так вот собрали, и все. Зонтик бомба, вообще, сделан очень качественно, все вот эти, которые усиленные ножки, не как у обычных зонтов, и, ну, я думаю, он прослужит очень долго. Вот, все сделано качественно, добротно так. Вплоть от, начиная от ручки до самого основания, вообще все классно сделано. И действительно, ну, зонтик — это стоящая вещь однозначно. Вот это вот именно классный вообще.
поводу качества металла и соединений, я скажу честно, что я таких крепких зонтов пока еще не встречал. Вот, здесь усилены P-образные, они идут такие, камера плохо, наверное, отобразит это, вот, потому что на черном, вот так вроде лучше, вот они P-образные, крепления неплохие, пружинки, вот здесь идет в обратную, то есть здесь она идет в эту сторону P-образная, с таким металлическим, как бы, держателем, и снизу идет пружинка. И здесь идет в обратную сторону тоже все, вот, в сравнении с пальцами, то есть самая тонкая деталька вот находится здесь, и она, у нас все зонты такие из вот такого размера. Здесь же, смотрите, в сравнении с пальцем, вот, 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 очень толстые, очень усиленные, и, ну, реально классная. Самая тонкая вот такая вот, у нас зонты все продаются вот такие, они полностью будут из из металла вот такого вот размера, то есть. И это для специально сделал, да, записал видео для специально для пользователей в чате, которые спрашивали. Вот, зонт реально такого хорошего качества я еще не встречал. То, чем я пользовался, и дорогие, и дешевые зонты, все были, ну, реально фуфло по сравнению с этим. Я не скажу, что я там все в мире видел зонты, но этот очень классный, и действительно он очень качественный, мне очень понравился. Тут, кстати, какая-то наклейка, я ее не видел. Такая вот получилась вот распаковка. Все мне очень нравится, все, особенно, ну, больше всего понравился зонтик, но он и самый дорогой из этого всей посылок, всех, что пришли. Вот, на этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!